Информация от моего адвоката, но одного из, с которыми я сотрудничаю в Украине, это адвокат один из, которые ведут дела людей, обвиняющихся в сепаратизме, терроризме и измене Родины. Вот он буквально вчера и позавчера встречался с рядом своих подзащитных, которые содержатся в следственных изоляторах. К ним приходили сотрудники СБУ, очевидно, ну, может быть, какой-то другой структуры, и брали с этих людей расписки, что они не возражают, чтобы их отправили по обмену на временно оккупированные территории. Потому что ваша власть нахватала на улице случайных прохожих. Как материал для обмена. И, естественно, этих людей, которые к Донецку не имеют никакого отношения, случайные люди, они сейчас собираются вот этот обменный фонд устроить всех на всех. Вот к чему приводят ваши аферы.